Много лет наша Березняковская полиция сотрудничает с Пермским кадетским корпусом. Вступительные испытания пройдут по двум предметам – это русский язык и история. Пройдут они 12 апреля в 10 часов утра в среднеобразовательной школе номер 1. Напомню, кадетский корпус расположен в Ускачке. Обучение там дает возможность без проблем поступить на службу в полицию. Для прохождения испытаний приглашают учеников и учениц 7, 8 и 10 классов. Ребят ждут не только из Березняков, но и со всего Верхнекамья. В пятницу им предстоит написать диктант по русскому и пройти устное собеседование по истории, а также психологическое тестирование и медосмотр. Список документов, которые подросток должен иметь при себе, сейчас на экране. Отмечу, что это лишь первый этап испытаний. В случае успеха школьников будут ждать 5-дневные подготовительные абитуриентские сборы. Если у вас еще остались вопросы, звоните в отдел кадров полиции по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах.